Бегом, бегом. Боже милости, будь мне грешен. Создал мне, Господи, помилуй меня. Бесчеславец согрешил, Господи, прости меня грешен. Помилуй, благослови, освети дары, посылаемые Твоей щедрой десницей, словом истины молитвы. Не пройди нищих сиротов, одиноких, покинутых. Пошли все потребное для всей жизни и для будущей. Прибуди с нами, мысли направь к горнему. Благослови приезжающих и отъезжающих. Тебе слава за все те сыны, Святой Дух, аминь. Утеши родителей от погибших детей. Так, когда колокол ударил, кто шагом шел? Я бегала. И я бегала. Что-то я их не пойму. Что они? Они говорят, они бегали. Они говорят, они бегали. Они бежали? Да. Ну, я понял. Кто шагом шел? Я и Исаком. Вот понимаете, у нас запрещена болонь по уставу. Ну, болонь. Она не дает телу дышать, а вы в ней работаете. Рукава сразу распустили. Это в армии кто-то показал моду такую, сапоги кирзовые загибать. Вот так загнут. Вот до сих пор загнет. Ну, офицер увидел, так это нельзя делать, иначе я вас отрежу эти. Но завтра опять идет. Он остановился, прямо берет нож и все голенища обрезал. Теперь ходи. И все. Ты не понимаешь, что у тебя обязательно у Бога дубинка есть такая. Курите здесь. Все окна по белым, теперь. А его к утру этого убили уже, все. Ты курил, подло. Кто тебя спросил? А теперь мы даже мерзнем за тебя. Матрасом и чем угодно затыкают. Ты не думаешь, что всегда в жизни будет так вот, я буду делать по-своему. Вот сейчас я подходит, кто-то ко мне принес гвозди там. Ну, вчера там развалились ворота от них. И в брезент напитые гвозди. Три гвоздя, опасно. Я повернул голову, гляжу, Никита там идет с молоком. Вот он любит гвозди вытаскивать. Гляжу, сейчас пойдет он, будет брать инструмент, какой возьмет. Так получилось, как я думал, я его уже знаю, я вышел, уже гляжу, точно так и делать, неправильно. Ты вот так возьми эту брезент, зажми между ногами-то. Ну и крути, и выдерни. Он ногой одной нажал, она вырвалась, он снова одной ногой нажал, она вырвалась. Я стою, смотрю. Ногами и нога, это разница есть. Нога это одна, а две с двух сторон зажать. Наконец он подшел, это подчинится мне. Тоталитарный волк. Две мои ноги зажал, сразу вырвал. Никита, я это говорю, нет? Ну я говорю для пользы вашей. Вы делаете все как должно. Вчера Господь позволил снять, видите, большая ветка была. Вон она, видите где? Отпилили наши братья. Я сказал, ветки унести, а потом их туда. Сейчас подхожу, там большие лежат бревна прямо, уже ветками заваленные. Я знаю, тут Никита работал, точно. Никита был здесь? Был. Ну, можно было посмотреть, ну, куда ты кладешь? Сказали, опилки откидать. Он откинет. Но рядом лежат доски штабеля. Он ее и закрыл, пришел, досок нигде. Не знаю. Я ткнул ногой, под опилками лежат доски. Что это, нормальный человек или нет? Ну ты сама думай, тебе сказали, тебе жарко, разденься, а ты сидишь за столом, ты разделась и в чашку все сложила, закрыла. Ой, а нет, чашку есть я буду, из чашки. Ну маленько-то поглядите, что с вами делается. Я вот сейчас сделаю и показываю. Посмотри, там две кучи, я их перебрал, их 10 минут. Которые тонкие, толстые. Я опять Виталию говорю, он тихо работает. Теперь смотри, вот она куча лежит. Потом прошло 5 минут, я говорю, где куча? Нету, я уже перетащил ее к ребятишкам. Пополам опять разбил на тонкие. А где эта тонкая? Уже перекололи, в поленице лежит. Подражайте мне, Павел говорит, как я Христу. Подражайте. Многие бегут на стадионе, на ристалище, но один получает награду. Это все неверие. Дух Святой придет и обличит мир о грехе. Не понимали. О грехе, что не верует в меня, говорит Господь. Если человек верующий, он так не может поступать. У верующего все, что он делает, во имя Христа, для Христа. Это меня Господь послал. Не Игнатий послал, не Петр, не Аким. Христос. И оно будет другое. Держать, нет? Села, задница сидит. Иди уже просверлили эту платье-то. Минута опять сидит. Держать, просто держать. Нет, уже села, готово дело. Принцесса приехала. Дайте мне горошину и матраса 10.
И она поднимет, почувствует горошину. Как узнавали, принцесса настоящая-то? Настоящая, не настоящая? Положили 10 перин и одну горошину под эти перины. Как спала? Не могла, на каком-то кирпиче лежал. То есть такая, о, такую мы искали. Куда? То есть никуда. Никуда. Вот в одном доме такая росла девушка, она хорошая, но родители ее нежели. Да ладно, пускай Машенька поспит. Ну, выйдет замуж, там уже, там не поспишь, ребятишки пойдут, посыпятся. Кто знает, ее не сватают, знает, что она ничего не умеет делать, ни корову подоить, ни подмести, ни постирать. Но нашелся, парень один полюбил ее. Полюбил, и родители сказали, бери, она девка-то с руками, с ногами, мы ее научим. А родители отдали и ждут, какая весть будет. Наверное, прибежит домой заплаканная. Нету неделя, два, вторая, третья. Месяц прошел. Мать говорит, что-то неладно. Наша капризница, она бы сбежала уже в Корчину, бросила мужа бы. Нет. Отец пришел. Здравствуйте. Ой, тятенька пришел. Тятенька, проходи, садись. Она его только покормила. Тятенька, у нас все на работе. Я по хозяйству. Ты возьми тяпку, иди на огороде тяпай. У нас такое тут правило у них. Кто не работает, тот и не ест. Да ты что, не накормят вечером? Меня они два дня не кормили. Я тогда стала и коров доить сразу. Вот и все. Вы поняли? Да. Красавица. Вот и платье переодели одинаково. Сейчас я не узнаю, какая Маша, какая Соня. Ну вот Соня, она в этой кофте, а Маша в этой кофте. Вот это кто? Соня, вот это Маша. Смотреть, это Маша? Это Соня. Это Соня. Вот это Маша. Игнать Тихонович, еще можно смотреть по ботинке. Да я туда не могу смотреть. Что тут они одинаковые? У кого-то что-то оторвано где-то. Ну, да. Вот переодели. Откуда вы взяли эти платочки-то? Носовые? А? Носовые платочки? На голове. Нет, вот эти вот. Ну, нам баба Надя дала. А, баба Надя дала. И платье она дала. Да. Ну, баба Надя, она вас расповадила, гляжу. Так, мы уходим. Платочки. Мы уходим сегодня. Вы остаетесь. В лес. Подождите, дети. Минутку. У нас очень важное задание. Прямые надо, толстые, там переходной мостик сделать на вокзале. У батюшки спрошу, 5-метровые толстые, придется поднимать. Решение почти принято. Где мы ходили, бревнами закладывать, придется потрудиться. Дальше арматурой будем в земле прибивать, там что сделать, попытаемся сделать. Чтоб весной бревна не унесло. А дядя Володя остается с вами. Спрятались как-то, нет, кто? Так, вы когда разговариваете со своими, скажите, звонить можно только один раз в неделю. Ну, каждый день, куда он Тимофей делся? Только мать позвонит, а отец маленько пойдет, баба звонит. Я все с одним телефоном буду около Тимофея сидеть. Ты скажи, звонить один раз в неделю. У меня сестра едет в вагоне, и молодой солдат из армии. А где служил там-то? А ты письма... Получал на регулярно, я, говорит, не писал. Почему? А зачем писать? Все хорошо, плохо будет, будем скачать, сообщить. За всю службу ни одного письма не написал. И тоже правильно. А что писать-то? Военную тайну выдашь, посадят. Мне еще попало и... Ну, приду, разберусь. Так, пальцы в рот берешь. Грызешь? Ну-ка, иди сюда. Покажи так пальцы. Ну, кого нет-то? Ты же грызешь. Вот оно, выгрызенный палец-то. И вот стоит вот, заметь, что это склонность к убийству, не к воровству уже, а к убийству. Так, снимай это лишнее с себя. Никита, это Никита, говорю, этот, сними, никак. Степа, сними с себя этот зипун. Так, сними его. Вот смотри, по порядку. Раз, глядите внимательно, снимает. Это зимняя одежда. Так, снял. Так, что на тебе еще надето? Кофта и футболка. Кофта. Понимаете, кофта еще. А под кофтой что? Футболка. Футболка под кофтой. Под кофтой футболка. У тебя сколько штанов надето? Двое. Представьте. На улице 30 градусов. Это Футлярев человек-то у Чехова. Чего ж ты не будешь болеть-то? Это... Закопарь теленка, в целлофан положил, он к вечеру сгниет, у него копыта отпадут, и рога отвалятся. Ты раздевайся все время. У меня были такие ребята, которые вообще все время в одной майке ни комаров, никого не боятся. Какие-то хиленькие нынче дети.
Ты еще можешь себя снять? Вторые штаны зачем у тебя надеты? Потому что утром было холодно. Ну давайте, утром было холодно. Ну у кого еще двое штанов? Посмотри. Вот еще один. И зачем это тебе? Я думал, чтобы будет роса большая. Но это у нас был один тут Тимоша такой. Тимофей. Купаться? Вода холодная. И мы его затащили в воде. Пришел недовольный такой. А ребятишек много было. Какая вода была? Все теплая, он холодная. Да теплая, холодная. Они уже готовы горячее сказать. К третий раз, когда сказали теплая, он заплакал. А ничего не может дальше сказать. Ну все говорят, что теплая вода. Июль месяц. Ну что выдумывают-то? Платочки. Ну, у кого нету? В карман положите, за стол. Давайте, ну молодцы. Давайте. Так, снимай лишнее. Виталий тоже все время закубаривается. Иди сними лишние штаны. У кого двойные штаны? Верни его этого Нестора. Так, быстрее, Степа. Ты дежуришь. Давай скорее. Иди быстро, за стол сядешь. Бегом с ним. С ним в келью. Я вчера говорил, Володя, налить надо в тазик маленько воды. Я налил? Налил, а, да, ну да, все. Да. А, такая ровная. Так, внимание. Руки со стола убрать. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Кирилл. Ну, молодцы. Вообще, сегодня работали они хорошо утром. Не сравнишь со вчерашним. Замечаний почти нету. Девчонки берут, тащит, мило посмотреть. А прошло-то всего 12 дней. 12 дней, 14 дней акклиматизация. Все, давайте. Маленькие у нас работают. Кто, если не старался, сами подумайте, почему. Так, все, подавайте. Ты еще потягаешься-то за столом. Это вообще нельзя делать. Если кто ногти грызет и берет в руки, наденет перчатки. Все время будет ходить в перчатках. Пускай перчатку лучше грызет. Все? Мы же ничего лишнего не берем. Я сказал, ты не слушаешься. Я должен принять какие-то контрмеры. Слава Христу. Узнай, там укроп вчерашний приносили, где он?